коллеги, друзья, весь Атомэнергомаш. Мы знаем, что Атомэнергомаш на сегодняшний момент является самым крупным предприятием энергетического и тяжелого машиностроения Российской Федерации, и не только Российской Федерации, а даже и СНГ, и бывших стран СЭФ. Мы в этом году проделали много разных интересных проектов, много разных работ, и что самое главное, имеем совершенно конкретные, интересные и очень амбициозные планы на будущее. СНИИТМАШ, как организация, которая всегда исторически занималась развитием энергомашиностроения Советского Союза и затем Российской Федерации, приложит все усилия для того, чтобы наши позиции на мировом рынке и в России были сильны, были уверены. И мы надеемся, что вместе с коллегами и вместе с вами в следующем году мы сумеем добиться еще больших успехов и подойти к следующему Новому году с еще более хорошим настроением, еще более масштабными планами на будущее. С Новым годом!